Если в экономике застой, с чего должны расти тарифы на воду, свет и тепло? Так примерно рассуждало правительство Медведева, когда задумало заморозить тарифы на целый год. Монополисты отреагировали на идею. РЖД заявила, что рост цен на услуги перевозки почти не влияет на инфляцию. Человек, близкий к «Газпрому», посоветовал, что это скажется на их выручке и капитализации. Федеральные СМИ пишут, что тарифы все-таки заморозят, если удастся договориться с основными потребителями. Они тоже должны придержать свои цены.